Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня говорим об исцелении через принятие. Что такое принятие? Когда каждый человек может сделать так, чтобы это вместить в себя, чтобы это стало частью сознания, частью души, частью тела. Вот. Ведь даже когда мы, например, с другим соединяемся человеком, то это тоже происходит только через принятие. Так как человек становится частью нас, то есть он становится, как единым целым. И это очень хорошо проявляется, когда у людей происходит действительно вот то, что называется близостью. Я даже сейчас не использую слово «любовь», потому что оно может быть по-другому понято. А вот когда близость – это как соединенность. Есть очень хорошее слово «совокупление». Это как раз и есть объединение. Вот. А сейчас многие люди используют другие слова типа секса, любви. Они не раскрывают смысл. Вот. И что же такое принятие? Когда человек принимает себя, то он естественным образом выражает свои слова, действия, поступки. Все идет как река. То есть все идет как само собой, естественным образом. И нету такого, что там думаешь, а сделать это или нет. Если есть сомнения, то это уже говорит о том, что ты не уверен, что ты это хочешь сделать. И получается, когда я нахожусь, например, в таком хорошем состоянии, когда я нахожусь здесь и сейчас, я легко чувствую, что сделать, а что нет. И у меня есть принятие себя. То есть потому что я знаю, какой я, кто я. Я знаю, что я – это сознание. И то, что подразумевается под «я» уже в игровом плане, это совершенно иное. Это имя, это то, чем я занимаюсь, процессингом счастья. Это какие-то те действия, которые я считаю своим опытом. Это все я подразумеваю под «я». Но настоящее «я» – это как раз это сознание, которое здесь и сейчас. Оно не принадлежит к физической вселенной. Это нечто, что наблюдает за вселенной. То есть, или можно даже сказать, что-то, что создает эту вселенную, что имеет потенциал, и этот потенциал огромен. Поэтому у каждого человека действительно есть огромный потенциал. И его можно возродить, восстановить, реабилитировать, то есть сделать действующим. И вот как раз процессинг позволяет реабилитировать это. То есть тогда наступает принятие себя и наступает вот это полное состояние гармонии и счастья. Потому что когда человек принимает себя, вы наверняка это чувствовали в жизни в своей, когда наступали эти моменты. Хочется творить, хочется действовать, хочется зажигать, хочется расширения. И тогда начинаешь впускать в себя все больше и больше. То есть впускаешь в себя добрых и позитивных людей, какие-то жизненные вещи, которые приходят, то есть не отвергаешь, а впускаешь. И вот через принятие происходит как раз расширение. Поэтому если кто-то говорит вам, что надо кого-то там, отодвигать куда-то, выгонять, подавлять, это неправильно. Жизнь и расширение происходит именно через принятие, через объединение. Поэтому когда мы сможем принять себя, каждый, и потом мы сможем принимать все больше и больше другого человека, нашего близкого, мужа, жену, родителей, детей, наших друзей. И потом дальше, то есть тех, кого мы называли нашими врагами, мы станем называть просто нашими партнерами, которые помогают нам на что-то обратить внимание. Поэтому жизнь идет строиться через принятие. Поэтому я, друзья, вас приглашаю к принятию. На самом деле приглашаю в Академию Счастья, потому что здесь я создаю пространство любви и счастья с целью объединения, и чтобы каждый из нас мог получше узнать себя, принять себя и принять другого. Вот. И тогда происходит объединение, и наступает действительно гармоничное состояние покоя, радости, счастья и сотрудничества. Кому интересно, пишите мне прямо в личные сообщения, я все контакты даю под этим видео или в комментариях под этим видео. И, конечно же, добавляйтесь, друзья, в соцсетях. Я буду рад общению, буду рад, если будете делиться моими видео со своими друзьями. Это тоже очень важно, потому что я буду видеть, что это ценно. А когда это ценно, я буду записывать еще и новые видео. Вот. На сегодня на этом все, друзья. Вам доброго здравия и до скорой встречи.